стопроцентное высказывание, оно политическое, юридическое. Значит, тут нет никаких наворотов, эпатажа и так далее. Меня шантажируют на жрачку и отдых. Просто элементарная тюремную выносливость. Конкретно. Еще пытаются шить публикации и угрожать. Значит, мне угрожают за покупку дисков музыки. Чтобы была зависима от их больного компьютера, который мне назначен конкретно. Что-то я вам оставил вот косим сал. Дура, что ли? Значит, не выпускали меня из дома. Типа сегодняшнего погрома 7 утра. Как можно заставить писать сообщение, чтобы вы не пошли, значит, на плавание? Заявляют о плавании паранормально, в то время как на улице 22 градуса.